Сегодня в городской думе Самары прошло первое заседание конкурсных комиссий по выбору глав районов, на котором избирали председателей районных комиссий, их заместителей и секретарей. В дальнейшем они будут принимать решения по выбору глав всех 9 районов. Мы будем рассматривать состав комиссии. Комиссия – это 20 человек, причем 10 человек – это городские структуры и 10 человек – районные. Вот наша комиссия, она сегодня будет рассматривать состав вот комиссии по каждому району и будем, говорит, обсуждать и, видимо, утверждать тех, на ком остановимся. Каждому из кандидатов выдвигают особые требования. В первую очередь человек должен обладать опытом, безупречной репутацией и желанием трудиться на благо горожан. Он должен быть человек известный в городе, с отличной репутацией, который пользуется доверием от всех жителей города. И чтобы наша комиссия была абсолютно решение легитимное и уважаемое со стороны горожан. Заседание в городской думе прошло под председательством главы Самары Елены Лапушкиной. Она рассказала о том, когда в районах пройдут конкурсные процедуры. И в соответствии с принятым решением Совета депутатов железнодорожного городского района проведение конкурса на замещение должности главы железнодорожного внутригородского района городского округа Самара назначено на 16 октября 2020 года. Аналогичные конкурсные процедуры пройдут во всех районах. Информацию о документах, которые необходимо предоставить для участия в конкурсе на замещение должностей глав районов, можно посмотреть на сайтах городской администрации, а также информпорталах внутригородских районов. Напомним, в середине сентября в Самаре уже избрали 210 районных депутатов, из числа которых сформировали 9 райсоветов. Райсоветы, в свою очередь, выбрали представителей в городскую думу. Всего 37 человек. Анатолий Головко, Григорий Плешаков. События.